Поселок Нижняя Омра, на языке куми улы Сомра, расположен на левобережье реки Суевы, притока Печоры, недалеко от устья одноименной речки, от которой и получил свое название. История поселка начинается с открытия газового и нефтяного месторождений в этих местах в 1949-51 годах. Она неразрывно связана с историей таких поселков с гулаговским прошлым, как Верхняя Омра и Бадьёль. Поэтому данное видео является продолжением видеороликов про эти поселки. В последнем была кратко изложена трагическая история первостроителей и основателей этих поселков, силами которых и осваивались газовые и нефтяные месторождения. А также велось строительство дорог, населенных пунктов и их инфраструктуры. После закрытия Ухтежимлага, в 1956 году Нижняя Омра становится рабочим поселком и административным центром с поселковым советом, куда стали входить поселки Бадьёль, Верхняя Омра, Деньёль-2, и деревни Гришестав с колхозом имени Мичурина. В 60-х годах в поселке создано Нижнеомринское лесничество, заработали Липецкий, Белгородский и Ставропольский леспромхозы. Была построена трехэтажная школа на 530 мест, а также учреждения здравоохранения, торговли и общественного питания, все службы быта и коммунального хозяйства. Было построено 27 тысяч квадратных метров жилья с газовым отоплением на 5 тысяч жителей. До 1975 года здесь располагался трест Войвожнефтегазоразведка. Базировались экспедиция бурения, контора вышкомонтажников капитального строительства, автотранспортная колонна и другие специализированные службы. Затем, с открытием более крупных месторождений нефти и газа в северных районах Коми АССР, геологоразведчики из поселка Нижняя Омра передислоцировались в поселке Вуктыл и Усинск. Начался спад в развитии поселка и убыль количества населения. В лучшие времена, то есть в советские, в поселке проживало до 9 тысяч человек. В 1980 году,
На территории Нижнеомленского поселкового совета еще проживало 4500 человек, а в школе насчитывалось 1005 учащихся. В медсанчасти на 50 коек работали 8 врачей, 33 средних медработника, 31 младшего обслуживающего персонала. Сегодня градообразующими организациями в поселке являются средняя школа, детский дом и приют для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Найти хоть какую-то работу можно только в этих бюджетных организациях. Из-за отсутствия налогооблагаемой базы, поселок живет только за счет финансирования из районного и республиканского бюджета. Из этого следует, что денег не хватает даже на самое необходимое. По состоянию на январь 2020 года в поселке было зарегистрировано 572 жителя. Видимо, этот поселок в недалеком уже будущем перестанет существовать и унесет с собой в прошлое свою далеко не однозначную историю. Те, кто заинтересовался аэросъемками, историей и судьбой деревень и сел Республики Коми, могут посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен около 200 видеороликов. Съемки производились в Усть-Кулонском, Карткировском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Койгородском, Усинском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.